Здорово всем, ребят, с вами Хилсёрдс. И у нас Totally Accurate Battleground Simulator. Вроде бы правильно. Тут, короче, новое дополнение вышло. Давайте прям краешком глаза глянем на него. То есть, получается, компания, Dynasty и вот первые миссии самурай. Также появились новые юниты. Первое, короче, я профессионально победил викингами, вот этими берсеркерами. То есть, просто опа, и бахаем всех. Они уничтожают вообще кого угодно. Также, как вы понимаете, новые карты появились. И для того, чтобы открыть новые юниты, необходимо их победить старыми. То есть этим мы с вами, наверное, сейчас быстренько и займемся. Надеюсь, что не потребуется слишком много времени. Ну, вы понимаете, берсеркеры разбирают просто всех. Так, теперь у нас кто? Ниндзя. Какие-то они не очень-то... А, это знаете, это они похожи вот на этих ребят, сквайров, только ниндзя. Давайте попробуем по старой, как бы, тактике. Почему нет? С этой стороны пойдут несколько, с этой. Основная масса отсюда прям пойдут. Ну и здесь такой запас будет. Резерв. Ну и здесь еще резерв. Поехали, старт. А, так их вон сколько. Ну, мне кажется, наши основные силы должны разобрать всех просто за секунды. Просто зарубили, гляньте. Они, мне кажется, знаете, не просто отдельные, а просто цельная биомасса. Блин, эти ниндзя с сюрикенами, гляньте, что творят эти черты. Блин, я хочу этих ниндзя. Так, а что нам для этого нужно сделать? Ну, есть одна идейка. Я видел это у одного замечательного человека. Так, я думаю, что ребята справятся. Давайте стартуем. Просто разнос тотальный. Слушайте, а что они так медленно стреляют? И эти ниндзя умеют блокировать стрелы? Это серьезно? Офигеть! Блин, ну по-моему, у меня мало шансов победить уже. Потому что, хотя нет, знаете, я, наверное, неправильно сделал. Давайте мы часть уберем, получается, вот так где-то и вот так, собственно, они лишние. А остальное заполним берсами, чтобы они прыгнули и впитали весь урон в себя. Ну, не весь, хотя бы часть. Не до конца правильно, как надо получилось, но надеюсь, что дальше получится получше. Так, вроде пока что получилось. Этих мы размотали довольно уверенно. Теперь мы сейчас выкашиваем вот этих ниндзя с сюрикенами. Ребят, ну не подкачайте, пожалуйста. Я думаю, у вас получится. Парни, давайте, соберитесь. По-моему, им КД немножко увеличили. Потому что раньше, я помню, они прям заливали этими стрелами ледяными. И никто даже близко не мог подойти. Ну, победа в любом случае. Press tab to continue. Так, New Year. Happy New Year. У нас какой-то Harvester. Harvester. Какие-то парни с палками. Давайте, собственно, Берс. Потом давай Snake Archer. Минотавр, может быть, господин Зевс нам будет помогать сегодня. И давайте баллисту, чисто ради рофла. Давайте сюда. Стартуем. Ой, слушайте, а кто это такие? Это арчеры с разрывными стрелами? Серьезно? По-моему, у меня довольно мало шансов победить и сделать что-либо. Я не понял, это змея с... Я, короче, не знаю, что происходит, пацаны, но выглядит это супер эффектно. А господин Зевс еще бахает этих ребят. Так, ну-ка не подпускай его, давай, мальчик мой. Если он подойдет, тебе хана. Дядь, соберись, красавчик. Давай, давай. Ну ты же громовержец, знаменитый. Нет, он делает из тебя спартанца. Господи, нет, король Леонид одобрил бы этого господина. Ну, по-моему, это ГГВП. Так, ладно, клир. Ну, Снейк Арчер довольно неплохо было, мне понравилось. Давайте одного... Парня, который будет бросаться, не помню. Давайте халфингов побольше поставим, вдруг они будут эффективно. Так, мне необходим парень, который кидается вот, хедбутер. Он пойдет танчить, потом пару берсов на подмогу потом подойдут. Ну, я думаю, двое справятся вот с этим господином. Айс Арчер, давайте парочку поставим, чтобы было. И еще я бы хотел поставить, наверное, Харвестера. И, собственно, почему бы нет насчет... Копии метателя. Вот сюда, допустим. Вот так. Я думаю, мы сможем затащить легко. И клубер пусть тут клубит. Так. Блин, эти драконы, они так хорошо комбятся. Блин, а это жесткие штуки. Я тоже такие хочу. По-моему, я снова потерпел фиаско. Да, определенно. Определенно все пошло не по плану. Хотя не, смотрите, эти вроде бы развалили. Как же халфинги внедряются к ним? Слушайте, прикольно. Куда мужчина полетел?
Блин, очень прикольно. Нравится новое дополнение. Ну вот, кстати, арчеры очень неплохо себя проявляют. Прям очень неплохо. Возможно, это еще и не поражение. Давайте, маленькие ребятушки, у вас все получится. Давайте, маленькие. Давай, за Мордор. За Братство Кольца. Один уже улетел. Отлично, молодцы. Слушайте, неплохо получилось. Так, но новые юниты все еще не появляются. Обидно, обидно. Так, Хвача. У меня 6 кесов. Давайте Ice Archer, которые будут стоять где? Будут стоять вот здесь, допустим. Вот здесь и вот, собственно, здесь. О, вон у них основные силы. Тогда арчеры вот здесь будут сосредоточены. Пару берсов сюда, чтобы впитать. Потом сюда. Давайте хедбутер один. Потом несколько, даже парочку хедбутеров. Давайте пару броулеров вот сюда поставим. Так. Ну, давайте можно Пойзенера кинуть. А, пугало, думаю, не будет очень эффективно. Давайте вот этих халфингов. Прям вообще много халфингов. А, собственно, массой тупо задавим. Давайте, почему нет? Мне кажется, это должно сработать. Ой-ой-ой, минус FPS. Так, ребята, 30 FPS нормально. Вау, я хочу себе эту машину. Она очень жесткая. Там еще одна была, оказывается. Но вроде бы мы и разобрались. Кое-как. Так-так-так, давайте-давайте, ребята. По-моему, это изи вин. Легчайшая победа. Ну, эти берсеркеры просто делают то, что должно. И все, престап ту континью, нормально. Так-так-так, династия, пираты, пираты нет, каминг-сунг. А, ну вот династии у меня могут появиться, но для этого нужно все пройти. Это долго, наверное. Так, это кто у нас? Парад, парад какой-то. Ну, собственно, по-моему, парочка вот этих лучников здесь. Парочка здесь, чтобы они не подпускали одного. Двух берсеркеров. А, броулеры мне очень понравились. Сзади за ними будут идти. И остальное тупо халфинги. Прям просто масса их опять задаем. Поехали, ребят. Так, пока что неплохо. Этот поехал в тыл, полетел. Нормально. Главное не за карту. За карту. Хорошо, минус один. По-моему, мы снова терпим немножко фиаско. И у меня такое чувство, что лучники все-таки против этих ребят очень неэффективны. Знаете, мне кажется, здесь может помочь не что иное, как что, как адская давилка. Давайте две давилки и посмотрим, что она может. Главное, чтобы она куда-нибудь не улетела. Вы прикиньте, короче, эти стрелы толкают вперед, а мужчины, которые толкают давилки, короче, они противодействующие силы, но наши парни сильнее. Не, короче, я опять проиграл. Ну, короче, я понял, как победить. А, собственно, наверное, клир. Насколько понял, нам нужно идти вот по этим мостам, чтобы как бы в спину им зайти. Давайте попробуем, чтобы халфинги пробрались к ним в тыл. И с фермерами на пару. Давайте пугало поставим, посмотрим, насколько оно хорошо. И может быть еще ярло вместе с двумя берсами вот тут. Поехали. Нет, к сожалению, халфинги не настолько умны, чтобы заходить к ним в тыл. Поэтому we have some problems, Хьюстон, опять-таки. Блин, ну юнит реально очень годный. Прям фантастика. Слушайте, а Ярл неплохо держится. И, по-моему... Ну нет, ракета все-таки может его сдвинуть. Да, две ракеты его победили. Но у нас все еще осталось пугало. Чьи вороны должны нанести грязи, если они смогут долететь. Но пока что-то не очень долетают. Ну нет, опять мы все проиграли. Так, а что если... А куда у нас король делся? У меня вот вопрос. Зевс есть. Может быть, Зевс сможет помочь? Издалека будет кидаться? Даже не знаю, кого еще. Может быть, вот этих ребят, чтобы они просто хаос сеяли. А Зевс в это время их бы планомерно и равномерно всех раскидывал. Давайте попробуем такую стратку. Что-нибудь рано или поздно по-любому получится, ребят. Так, давай, Зевс. Ну вот эти парни, по-моему, мне кажется, даже разряды Зевса могут блокировать. Я, конечно, до конца не уверен. Как же они летают, вы только посмотрите, бабах, и минус один. Нормально, Зевс решил в ближний бой пойти, Зевс у нас немножко не очень умный. Ясно. Это снова не работает. Я не эксперт, но, по-моему, такой сетап с мамонтом и двумя валькириями очень даже эффективен. Потому что тех ребят мы тупо смели, и мамонт продолжает делать грязь.
Он валькирию свою победил, такой, а плевать, она мне никогда не нравилась. Мамонт, давай, ползи, красавчик, давай хоботом, засасывай. Давай, давай, только не проиграй, хорошо? Ну, а иди сюда, еще кому по лицу дать? По-моему, победа. Один спрятался, но, мне кажется, мамонт его задавит своим авторитетом. Должен задавить. Давай, давай, мамонт, на голову ему упади, и ты его задавишь тупо. Только не совершай ошибки, пожалуйста. Не выходи из комнаты. Виктория, легко. Так, стейрс, лестницы. Ага, у нас получается 4000. Против кого? Ну, здесь очевидно. Нам нужно мясо. Потом, я думаю, еще немножко мяса. И я думаю, если у нас есть катапульта, то она будет всех расстреливать. Баллиста, давай вот здесь встань. И расстреляй, пожалуйста, эти штуки страшные. Хорошо? Я думаю, мне кажется, это должно сработать. На Зевса не хватает, Минотавра. Давайте Минотавра. Чтобы, если что, он сзади подошел и рассказал, кто прав, а кто не прав. Поехали. У них еще несколько засланцев есть. Ниндзя-сюрикенисты. Так, ну знаете, мне кажется, что тактика дала сбой. Но, тем не менее, Минотавр сейчас разнесет вот этих ребят. Просто с двух рук, с двух ног. Нормально, он ее завалил, и она ему ничего не может сделать. Все правильно, Минотавр. Молодец, мальчик мой, давай. И ниндзя он тоже раскидал. Давай, бабах. И Халфинг еще сзади. Давай, давай. Просто Брюс Ли в лучшие свои годы. Господи, как этот ниндзя бахает, как он держит эти удары. Хотя, по-моему, Минотавр просто не попадал, но тем не менее. Так, Art of War, не знаю, искусство войны, наверное. Так, у нас несколько ниндзей. Против них, я думаю, бон-маги должны неплохо зайти. И потом давайте, наверное, чифтаны будут влетать. То есть два чифтана здесь, два чифтана вот здесь, даже три чифтана. И нам, наверное, еще парочку хедбуттеров надо, чтобы они вперед сделали все и затанковали, ну тупо как мясо. И давайте парочку браулеров вот здесь издалека, чтобы они... Ну и один Ice Archer. Поехали. Мне кажется, получится. Так, давайте, ребята. Чифтейны, если смогут подойти... Блин, ну вот эти ребята настолько ультимативные, они тупо не дают никому подойти. Не, я проиграл, окей. Тогда клир, тогда знаете, что сделаем? Поставим, короче, сюда. Наверное... Слушайте, а что если катапульту закинуть в них? Я потерял вот этих. Бон-маг один вот сюда пойдет. Вот сюда, говорю, бон-маг один. И один бон-маг вот сюда. Потом чифтейны будут здесь у нас очень хорошо держать оборону. И может быть мы победим вот так. Давайте. Научите кто-нибудь чифтейнов, пожалуйста, не падать. Не, ниндзя просто унижают всех, клир. Но в прошлый раз Минотавр себя очень хорошо показал. Давайте попробуем ярла поставить. Возможно, он тяжелый и не будет отталкиваться. Ну и несколько браулеров сзади. Давайте попробуем так. Ярл, ты сможешь противостоять против этих ребят? Пожалуйста. Этого он вроде выключил и решил полежать. Блин. Ну эти ниндзя, ну просто такие черти. Ну вообще ничего не дают сделать. Пипец. Так, ладно. Мамонт, по-моему, только сможет справиться с этими ребятами. И Валькирия, чтобы байтила просто на себя, летала и мешала всем. Ну и Браулер, поехали. Мамонт, давай покажи, как мы играем в эту игру. Хорошо, мистер Мамонт, давай. Валькирия, только не мешайся под ногами, пожалуйста. А, я, наверное, туплю. Нужны парни со щитами. Я знаю, как мы их победим. Блин, ну Мамонт так впитывает эти сюрикены просто, просто готов танковать за всех. За себя, за Сашку, за страну, за родину. Ну, мы проиграли. Так, еще разочек, ребят. Давайте я буду умным. Где мои элитные протекторы? Вот, Найт. Слушайте, а может просто по Найту поставить? Найт сюда, Найт сюда и два Найта вот сюда. И, по-моему, мы должны победить. По идее, они будут принимать все в щит, если моя тактика верна. Но что-то, по-моему, тактика дала сбой. Ну, хотя они неплохо держатся, очень хорошо танкуют. Ему бы еще ДПСера. И может получиться, знаете ли, здесь у меня... Я просто увидел, как уплывает мой рыцарь, и мне стало грустно. Так, а что, если за ними будут идти Харвестеры? Харвестер сюда, а сюда куча халфингов, просто чтобы они танковали. Пока эти ребята будут разбираться и наводить грязь. Ну-ка. Если и эта стратегия не сработает, то мы поставим других лучников за спину. И пока будет рыцарь танковать, или еще щитовика можно другого поставить. Так, ну это отряд у нас пока чемпионы. Хорошо, давайте. Зарубили или нет? Да, зарубили, хорошо. Пока, кстати, очень неплохо. Господи, ну этот ниндзя просто всех развалил. Этот дурачок у нас пошел купаться. Так, ну, ребят, давайте, вы у нас отряд чемпионов.
Только не падай, не падай, мальчик мой. Нет, они скинули его. Но это снова проигрыш, я думаю. Потому что ниндзя не подпустит его к себе. Хотя, смотрите, он уворачивается. Просто, давай, 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 мальчик мой, давай. Давай, ударь, еще один удар. И он... Господи, ну как же он контрит его. Пипец. Знаете, ребят, по-моему, это победа, потому что двое этих дурачков самоубились, упав в воду. Катапульта еще жива. И, по-моему, это победа. Дядя, ты куда? В другую сторону, мальчик мой. Только не пуляй раньше времени, пожалуйста. И не надо... Давай, ты должен попасть. Ну, хотя бы нашего не убил, и на том спасибо. И знаете что? Хиллеры тащат эту игру. Так, Monkey King, король обезьян, где ты? Ты что ли, Monkey King? Ну-ка, иди сюда, давай мы тебя поразглядим. Жесткий, у меня 6 кесов, я могу поставить мамонта, хочу мамонта, просто хочу, потому что могу. Давайте катапульту, потом еще. Так, катапульт, хорошо, иди сюда, норман, еще 2000, и король, все. И хиллер каждому, получается, королю по хиллеру и этому по хиллеру. Давайте 2 хиллера, 3 хиллера, просто батюшка будет. И давайте еще, на это не хватит, наверное, давайте пару арчеров и парочку айс-арчеров. Один вот... А, они с двух сторон. Блин, наверное, я проиграю, ребят. Ну, попытка, как говорится, не пытка. Давайте, поехали. Мамонт решил сбоку зайти. Я уважаю его решение. Так, ставить сюда катапульту было самым дурацким решением в моей жизни. Только не стреляй, катапульта. Катапульта, посмотри направо. Вы видали, как... Вот это мое уважение. Так, ну катапульту выключают. И у нас, по-моему, несколько этих королей... обезьяньих. Но, по-моему, очень неплохо вышло. Слушайте, а он типа раздваивается или что происходит? Ну, мамонт, короче, делает грязь, смотрите. Господин король тут тоже всех потихоньку убивает. На, женщина, не люблю тебя. И мамонт сейчас, если не упадет, то нормально все сделает. И господин патриарх тоже сейчас будет побеждать. Гляньте, восьмерых держит при себе. Мне кажется, они как-то раздваиваются. Слушайте, король, король, батька просто умеет играть в эту игру. Так, блокинг, блокирование. Угу. О, наконец-то. Давайте манка посмотрим, кто такой манк. Ага, ниндзя. Хочу нескольких ниндзя, мне кажется, они просто победят всю игру. Давайте и драгона, нет. Хвача, манки, кинга. Фаерворк арчеров хочу, которые вот эти фигню делают. Давайте, поехали. Так, давайте, хорошо, минус 2. Бабах, просто. Слушайте, а мастера камнебросания делают свое дело хорошо. Жух-жух. Почему, когда против меня они играют, хорошо, а когда за меня играют, играют отстойно? Окей. Отмена операции. Нам нужен, получается, самурай пойдет вперед. А ниндзя тогда будут вот здесь сбоку заходить. Давайте два ниндзя. Дракона не уверен. А давайте хвачу попробуем в следующий раз. Давайте просто ниндзями зайдем. Собственно, чего бы нет. И двух арчеров отсюда запустим. Вот так, нормально. Хорошо, поехали. Посмотрим, что получится на этот раз. Угу. Камни они блокировать не умеют. Понятно, нужно будет запомнить это. Так, окей, нас убивают. Давайте поглядим на хвачу, что она умеет. Просто ради интереса давайте глянем. Максимально неэффективная фигня, клир. Давайте Monkey Кинга отсюда запустим. И давайте, не знаю, на монках может быть зайдем. И самурая еще. Что этот Monkey King умеет делать? Давайте глядеть. Так, он прыгает нормально. А, то есть он с каждым ударом, получается, раздваивается, если я правильно понял. Ну, если он справится один против всех, то я буду очень рад за него. Но что-то сомневаюсь я в этом. Так, ну пока он держится очень неплохо, знаете ли. По идее, дальневиков он может раскидать, если постарается. Но нет, не постарался. Так, клир, давайте тогда хвачу, может, отсюда запустить вот так как-нибудь вообще. А на остальное получается дракону. Еще давайте дракона. И одного самурая. Поехали. Все, посмотрим новое. Что делает дракон? Насколько я видел, он огнем дышит довольно неплохо. Он отъехал. Хорошо. Минус один. Но если хвача успеет перезарядиться, то шансы очень небольшие, призрачные, туманные есть. Она очень, скажем так... Не, фигня. Это очень отстойное орудие. Может, просто на монках зайдем в них? То есть, вот так, вот так, вот так. Чтобы у них не было вариантов. Несколько арчеров, чтобы они мешали. И остальное тупо самураями. То есть, вот так, вот так. Со всех сторон они не смогут выбрать себе цель. Я думаю, должно сработать, ребят. Опять же, не уверен, но почему бы не попробовать? Не, ну эти копья-метатели такие убийственные. Я тупо подойти к ним даже не могу. Если подхожу, да, мы рубим за секунды всех.
То есть, по-моему... Хотя, знаете ли, этот залп мы можем и не пережить. Блин, они, короче, ложатся, и мы лежачих добиваем, и это не очень круто выходит в итоге. Ну не, шанс есть, окей. Хотя их всего двое осталось. Но еще у нас арчеры, конечно же, есть, которые могут нам неплохо так помочь. Но, по-моему, мы сдохнем сейчас. Так, минус арчер, минус все, да? Хотя не, ну подожду, вдруг победим. Да хотя, думаю, не победим. Эти монки такие бесполезные, что-то. Я думал, они хотя бы какой-то дамаг жесткий будут вносить. Они просто делают пососай. Ну, наверное, это рип. Хотя, ну не, рип. Знаете, мне кажется, стратегия только на огненных лучниках очень отлично себя проявит. Потому что смотрите, что происходит. Они тупо в разные стороны разлетаются. Эти петарды еще взрываются, откидывают других. И, по-моему, это изи вин. Тупо салюты в нашу победную честь. Просто полетели. Блин, эти лучники — это лучшее, что можно было ввести в эту игру. Давай, последний, поехал. Блин, я хотел посмотреть, как бы он взлетел. Угу, нормально, хорошо, победили кое-как. Так, The Combo. Получается один... А давайте попробуем, что Хвача сделает. Чисто ради интереса, насколько она задамажит это все. Ну-ка, давай. Ну, нет, Хвача здесь себя не реализует, потому что она, короче, впитывает весь урон. Я думаю, пару лучников, чтобы они раскидали. Потом... А давайте на самураях прям попробуем вот так впитать их. Ну-ка, поехали, парни, давайте. Нормально, минус два этих щитовика. Но, по-моему, чифтейны мощнее самураев, причем раз в пять. Угу, я знаю, как контрить этих ребят. Хорошо, так. Еще немножко уберем вот этих. Давайте, может, еще больше этих арчеров наставим. И опять на них победим. Ну, потому что, мне кажется, это очень хорошие парни. Которые готовы победить абсолютно всех и каждого. Смотрите, сейчас это все взрывается. Сейчас парни перечехляют стволы. И делают новые залпы, если, конечно, попадают. Он теперь бить не может. Сейчас бабах и все, минус один. Ну хотя нет, эти держатся, эти ребята крепкие. Им одного взрыва недостаточно, это, конечно, обидно, обидно. Но тем не менее, куча мала знатная получается. Бабах, полетел. Еще кто-нибудь выжил? Ну, по-моему, мы отпиваемся. Да, промахнулся. Слишком страшно было. Ну, вряд ли она один задефается против всех. Ну и так, два удара впитал. Вы знаете, тактика все-таки на лучниках офигительно работает. Посмотрите, они тупо подойти не могут к ним. По-моему, мы победили. Последний? Победили, офигеть. Нормально, получилось. Так, мамонты. Ну, раз мамонты, давайте чисто ради рофла, ребята. Вот так. Тупо заспамим их. Почему нет? Поехали. Интересно, мамонты смогут хотя бы что-то противопоставить против этого всего? Мне кажется, не... Хотя нет, смотрите, могут. Мамонты довольно жесткие ребята. Как это оказалось? Получается, эти ракеты очень хорошим сдерживающим эффектом обладают. Просто космически крутым. И это нужно использовать. Но я уже знаю, как мы их победим. Я уже даже знаю. Мне кажется, мы даже так их сможем победить. Потому что они сейчас будут влево-вправо, туда-сюда мансить бегать. Просто бабах в попу ему. Нормально, давай, мистер Мамонт. Блин, очень круто. Так, давай. Хотя не, Мамонт еще ни один не сдох. Ладно, это не до конца эффективно, поэтому нужно что-то менять. А поменяем мы, знаете что? Мы поставим, наверное... Давайте попробуем ниндзей поставить прям много. И поглядеть, что они могут восьмером сделать. Давайте. Получается, эти ребята будут сдерживать мамонтов, а ниндзя просто накидывать максимальный ДПС. Ну хотя нет, подождите, мамонты их убивают. Не до конца эффективная тактика, как оказалось. Либо нам нужны танкисты. Хорошо, давайте клир. Давайте Хвачу попробуем поставить. Одну, вторую, третью и четвертую. И поглядим. Наверное, нужно было подальше поставить, да? Блин. А можно еще разок, пожалуйста? Я очень хочу, но хочу издалека посмотреть на это, если вы не против. Давайте тоже Манки Кингов поставим, посмотрим, смогут ли они втроем размансить со всеми этими ребятами. Давайте. Просто куча мала, гляньте, что творится. Смотрите, Манки Кинги, получается, чем их больше, чем они чаще бьют, тем их больше и тем эффективнее они сражаются. Так, окей, это нужно будет запомнить. Мне кажется, победят. Просто куча мала, грибой такие. А ну-ка навались.
Блин, лучший юнит, наверное. А, ребят, и еще раз хочу хвачу посмотреть. Хочу хвачу. Давайте, драгон хвача. Одна хвача, третья, вторая, четвертая. И поехали. Вот так, тупо заливаем мамонтов. Блин, очень круто. Так, Close Range Army. Короче, ближнебойная армия. Манки Кинга давайте поставим вот отсюда. Потом несколько арчеров, чтобы они сдерживали натиск. И давайте ниндзю. И получается самурая. Поехали. Надеюсь, что-нибудь получится. Но я не уверен. Так, Манки Кинг. Манки Кинг вроде делает свое дело грязное. Не так хорошо, как хотелось бы, но делает. Неужели его убили? Блин, обидно. Так, и вот эти ребята, наверное, не смогут сдержать весь натиск. Ну да, это ГГВП. Так, клир, хорошо. Может быть, драгон здесь сможет помочь? Получается, вот отсюда он зайдет. Хвача. Давайте хвачу поставим ради интереса. Пусть она дамажит немножко. И остальное арчерами. Поехали. Ой, не та кнопка. Так, еще раз. Арчеры. Хвача сюда. И Манки Кинг вот сюда. Поехали. Так, хвача, скорее всего, не нужна здесь нафиг. Манки Кинга, так, фиговая стратка. Так, ребят, я нашел победную стратку. Дракон, дракон, дракон и остальное арчеры. И смотрите, насколько это просто. То есть драконы все выжигают. Но в тот раз намного лучше выжгли. Так, ребят, ну-ка, сейчас подождите. Что-то пошло не так. В тот раз получилось, отвечаю. А если прям максимально близко поставить, вот так, старт. Что-то не, в тот раз получше было. Значит, надо подальше поставить. Окей, еще разочек. Закрепляем. Не могу выделить. Вот так и вот так. Поехали. Они начинают огнем дышать заранее. Хорошо, всех почти сожгли, нормально. И арчеры уже добьют, наверное, остальных. Так, давайте, ну-ка, навались на этих негодников. Нормально, просто испепелили. Тупо стиль. Поехали, легко. Так, ну против этого у нас должна хорошо сработать одна хвача, вторая хвача. И давайте дракона. Надеюсь, получится. Если хотя бы чуть-чуть мамонта зальет, будет супер. Но нет, хвача, короче, максимально неэффективно. Отстой. Так, если мы делаем пару самураев сюда, чтобы они танковали. Хвачу, например, отсюда куда-нибудь ставим. И давайте Манки Кинга вот сбоку пустим. И еще одного арчера. Ну-ка. Так, лучше. Так, хвача залила мамонта, отлично, просто рипнула его. Но, тем не менее, эти ребята не выдерживают у нас. Хотя нет, Манки Кинг еще творит чудеса. Он умер? Он умер. Ну, нет, все плохо, ребята. Хотя, не-не-не, не смогу. Так, эта игра сложной становится, все сложнее и сложнее. А если мы зайдем на ниндзях? Ну, получается, дракон неплохо этих ребят испепеляет, а ниндзя будут типа сбоку и вот сбоку. Давайте глянем. Хотя не, как-то тоже неэффективно. То есть, видали, огнедышащий мамонт? Нормально? Видели такое где-нибудь? По-моему, было довольно неплохо поначалу, но потом... Мамонт сделал свое грязное дело. Не, ну хвача, получается, по-любому должна мамонта убивать. Мне кажется, потому что без нее тут, ну, не обойтись, согласитесь. Манки Кинг, наверное, немножко лишний. Поэтому, возможно, стоит сделать вот так. Сейчас хвача заливает мамонта. Ну, хвача, короче, убил нашего знаменитого огнедышащего дракона. Поэтому мы дракона немножко подальше поставим. Вот сюда давайте. И если хвача успеет залить... Ой, хвача, ты такая бесполезная. Ты бы только знала. И тебя сейчас убьет вот этот никчемный щитовик, да? Давайте весь залп в него. Ну да, ясно. Еще разок. План немножко не удался. Хвача не на того согрелась. Так, а если я ее ближе ставлю? Хвача, ты что, блин, фигню творишь? Давай, поехали. Можешь, пожалуйста, дракона? Не дракона, а мамонта. Ты же делала это. Нет, она отказывается работать так, как ее попросили. Так, ладно, клир. Даже не знаю, если три дракона. Раз, два, три дракона. Четыре дракона. И несколько фаерворкеров. Поехали. Просто холокост. Ничего личного ни против кого не имею. Так, ребят, вот этих, пожалуйста, сожгите. Да, нормально, хорошо. Ну, блин, вот этот Бон Макс только грязи творит. А что мне с этим мамонтом делать? Ребят, вы умеете поворачивать?
По-моему, вы не умеете поворачивать. Знаете, мне кажется, это может сработать, только нужно сделать клир, получается, одного дракона отсюда, пустим, второго максимально близко, этого подальше, этого отсюда, и арчеров вот отсюда вообще пустим. Ну, поехали. Должно рано или поздно получиться, я думаю. Хотя, по-моему, сейчас очень плохо. Они, короче, видите, им камни под ноги кидают, и они идти не могут дальше. Вижу, говорит. Этот мужчина полетел, говорит, ух, как хорошо летаю. Бомбанулся, он встанет еще, интересно? Не, он рипнулся. Ну и, собственно, знаменитое противостояние. Дракон против мамонта. Кто кого? Мне кажется, мамонт сможет одолеть. Да, мамонт размансил этого дядю. Но он не может зайти, ему накидали палок в колеса. Этот господин держит его за ногу, говорит, не пущу, не пущу. Просто держит женщину его, говорит. Воды слонам, воды. Ну, походу, мамонт опять всех победил. Увы и ах. Просто посмотрите на этот кадр. По-моему, мы сейчас рипнемся все вместе. Давай, Хвача, настало твое время. Нет, Хвача, ты убила не того. Давайте еще разок, мне понравилось. Довольно неплохо. А если я поставлю вот сюда? Так, а что если я сделаю еще интереснее? То есть я возьму две Хвачи, одну сюда Хвачу, вторую сюда Хвачу. На третью сколько стоит? 1500. Угу. Может быть и получится. А здесь самураев. Раз, два. Одного самурая, чтобы он тупо танканул. Давайте попробуем такую стратку. Мне кажется, если мы их не подпустим к нам, то мы победим. Еще один залп, и есть шанс победить. Ну-ка, давай, давай, давай. Пацаны, перезаряжай, скорее, передергивай. Первый пошел, второй пошел. Мамонт, мамонт минус. Почти, окей. Значит, нам хватит двух хвачей, я решил. Смотрите. Первая хвача, вторая хвача. Самурай, 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 самурай. А самурай будет танковать просто мясо. Чтобы у нас было больше времени. Так, поехали. А, какой же бесполезный залп от хвачей, вы только посмотрите на это. Ну нет, это рип, окей. Так, самурай, я понял. Вас необходимо как-то консолидировать в одном местечке, и тогда хотя бы какой-то эффект есть. Так, давайте, вроде бы неплохо. Ну нет, опять эти хвачи бесполезнейшим образом стреляют. Ну все еще, сейчас если мамонт не будет двигаться, то мы его зальем. Я застрял. Так, мамонты рипнули, окей. Ну, проблема в том, что один бросок, как это, один погиб, и ты погиб. Только ни в одного, ребят, только ни одного, пожалуйста. Ребят, нет. Давай, залп. Красавчик, давай, давай. Можем победить. А почему? Ясно. Ребят, по-моему, это все-таки победа. Хотя я не уверен. Хвача успела развалить мамонта, но не успела развалить, по-моему, всех остальных. Блин, хотя шанс был очень хороший. Короче, смотрите, тогда мы убираем половину арчеров. Сюда еще несколько поставим фаерворкеров. И давайте самураев, чтобы они тупо могли хотя бы какой-то дамаг выносить. Мне кажется, может получиться. Ну-ка, давайте. Сейчас хвача делает залп в никуда, максимально никчемный. Ну, немножко надамажили, и то неплохо. Так, давай. Хвача, ты должна убить мамонта, пожалуйста. Давай прям в жопу ему, давай, бабах, залп. Хорошо, минус мамонт. Тупо все идеально в голову. Хорошо. Так, ну если хвача выживет, то у нас есть все шансы победить. Давай за... Отлично! Ну, не то чтобы идеально, не, мы опять проиграли. Ясно. Ну хотя мамонт держит этих ребят, и мы можем жить. Гляньте, как он уворачивается, просто посмотрите. Уворачивался. Ну, я, конечно, ничего не хочу сказать, но это выглядит как победа. Я очень на это надеюсь. Потому что этот арчер... Господи, отлично, сейчас смотрите, как его зальет. Просто посмотрите на его грустные глаза. Просто виктори. И этого мы победили. Просто в ногу ему. Знаете, как Фредди Меркьюри делает свой знаменитый жест. Ох, ребят. Ну, наверное, на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. Вы самые лучшие. Ну, а с вами был, как всегда, Хилл Хёртс.